Кажуть, что добрини шмат не бывает, але коли справа тычется инвалидов, то это ствердження має, напевно, особливое значение. У акции от чистого сердца 2 принимают уделок целые предприемства, так и особные жихары Гомельской области. Серед официальных организаторов этой акции Гомельский облвыконкам, областная организация Червоного крыжа, Союза жанчин, телерадиокомпания Гомель и Гомельская епархия Белорусской православной церкви. А вот ее удельником может стать кожный, тем больше, что задача высокородная – оказать поддержку молодым инвалидам, которые проживают на территории в области. В нотариальных конторах люди с обмежеванными махчимостями складают около 20% от огульной колькости наведывальников. Створить для их наибольше комфортные умовы и мкнуться во всех 35 деющих на Гомельщине нотариальных конторах. Наша контора расположена на втором этаже. И у нас на первом этаже оборудован стол. И в случае, если к нам обращается инвалид, мы просто спускаемся, представитель его приходит, и мы с документами к нему спускаемся, и где разъясняем, подписываем документы на первом этаже. У нас есть специальное место для инвалидов в конторе. А прежде того, несколько раз в год для инвалидов у нотариальных конторах Гомельской области организуются бесплатные консультации. Плюс тут не только постоянно проводить для их нотариальное деяние по сниженных тарифах у отповедности с урадовой постановой, але и принимают самостоятельные решения об частковом и полном вызволении от оплаты. Такая махчимость так само предугледжена законодавством. Потому и решение об уделе у акции от чистого сердца сдается цалком логичным. До речи об ее проведении юристы доведались с выпуску новин. Услышали, перезвонили, мы посоветовались и просто-напросто для себя высказали мнение, что, наверное, мы тоже должны принять участие в этой акции. Потому что всем хочется иметь праздник, и наши нотариусы посчитали, что это правильно. То есть просто так, от души. Там от чистого сердца, мы от души. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».